Здравствуйте, обзор новостей спорта в эфире телеканала «Орифей Пермь». В поход за Кубком России отправились футболисты «Амкара». На стадии 1/16 финала они встречались в Ульяновске с местной «Волгой». Дождь, ливший весь день, показать, собственно, футбол не позволил. Мяч по полю с лужами попросту не катился. Двухчасовое мучение с соперников завершила серия пенальти. В этом компоненте «Амкара» оказался сильнее и вышел в 1/8. Есть такая русская поговорка: плохому танцору дальше продолжать не буду. Поэтому погода была сложной для двух команд. Я считаю, что в первом тайме те моменты, которые были, мы их и не реализовали. В Кубке России в следующем матче «Амкар» встретится с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра намечена на 26 октября. Хозяин поля определится после жеребьевки. Хоккеисты «Молота» при Каме начинают выступление на своем льду в новом сезоне. Первый домашний матч команда проведет в пятницу 23 сентября. Соперником будет «Нефтяник» из Альметьевска. Игра начнется в 19:00. Есть и трансферные новости стана «Молота». Клуб заключает контракт с защитником Александром Смолиным. Прошлый сезон он провел в нижнетагильском «Спутнике». И в завершение об успехах прикамских подводоплавцов. 4 награды они привезли с Кубка мира, который проходил в Томске. Как мы уже сообщали, там отличились Анна Ведерникова и Марки Ост. Первая стала обладательницей бронзы на дистанции 200 метров, а Марки Ост взял сразу 3 медали. Удалось проплыть хорошо, по своим хорошим результатам, ну и немного улучшить даже. На 50 и 100 у меня первое место, на 200 второе. В серебре там только касание было, так что улучшать нужно. Этот год у Марка выдался очень удачный. Когда поехали летом на чемпионат мира по юношам во Францию, он там также был первый на дистанции 100 метров в ластах. И как завершение этого сезона, вот эти соревнования Кубка мира, это, мягко сказать, так у Марка звездный час. Есть успехи не только у спортсменов, но и у наставников. Тренерские кадры вышли на качественно иной уровень, отмечают в федерации. Горбунов Андрей Анатольевич и Сергей Валентинович Брезгин в этом году получили звание заслуженного тренера Российской Федерации. Это как никогда, это очень радует. Ну, тем самым подтверждает, что у нас есть серьезные тренера, которые могут воспитывать серьезный спортивный резерв. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.